Хюррем! Хюррем! Ты пришла! Ты пришла! С тобой все хорошо? Очень хорошо. Султан заботился. И день, и ночь сидела у моего изголовья. Ты лучше говоришь по-турецки. Много говорю, вот и выучила. Султан Сулейман научил. Он стал мне как учитель в школе. Ну, а теперь ты рассказывай, что происходит в гареме. Махидевран очень плохо. Все время плачет. И ребенка нет. Выкидыш. Султан очень ее ругал. Ругал? За что? Очень сердился. Говорят, кричал. За то, что она с тобой сделала. Хюррем Хатун, султан прислал тебе целый сундук подарков. Как красиво. Отнесите сундук наверх. Мария, идем. В моей комнате посмотрим, какие подарки прислал мой султан. Ты стала мусульманкой? Как это? Молишься. Говоришь, что нет Бога, кроме Аллаха. Мухаммед пророк его, раб и посланник, и все. Ты мусульманка. А еще ты говоришь бисмиллях. Возьми, Мария. Не надо, это твое. Мария. Бери. Ты моя единственная подруга. Единственная. Спасибо тебе. Ты тоже моя единственная подруга. И это возьми. Очень скоро этот дворец будет моим. Наложницы в гареме, все встанут передо мной на колени. Все станут моими рабынями. А ты будешь моей приближенной, когда я. Султан Сулейман видит меня. Он звал меня. Хюррем Хатун, уходи. Придешь позже, я позову. Мы работаем с султаном. Хюррем пришла, Ибрагим. Смотри. Мой султан меня слышит.
позже, Ибрагим. Смотри, Хюрем Хатун, это река Дунай. Отсюда мы пустим флот. Мы зарядим порох в пушки, и снаряды полетят. Сражение произойдет здесь. Ты не боишься погибнуть? Война. Кровь. Много людей умрет. Много семей погибнет. С такими мыслями не достичь победы. Выбрось все дурные мысли из головы. Око за око, кровь за кровь. В конце концов, это не я придумал войну. Человек воюя не погибает, но цивилизация создается в войнах. Я обязан расширить наши земли дальше, чем это сделал мой отец, султан Селимхан. На этой земле никого, кроме тебя, нет. У меня нет семьи. Друзей нет. Если ты ко мне не вернешься, я умру. Молись, Хюрем Хатун, молись. В моих молитвах теперь и ты есть. Не уходи. Ибрагим ждет. Нам нужно работать, а ты спи, Хюрем. С тобой спать хорошо. Хюрем одна плохо совсем. Ну, прекрати. У меня много работы. Давай-ка. Ибрагим или Хюрем? С кем работать лучше? Ты ревнуешь к Ибрагиму? Конечно. Он видит чаще меня, моего султана. Придется тебе смириться. Ну что? У тебя какая-то проблема? Да, есть одна. Какая? Это проблема я. Ты много рядом с Сулейманом. Слишком. На меня времени нет. Думаю, хватит, Ибрагим. Хюрем Хатун, я слуга султана, я его раб, его брат, его соратник, поняла? И заруби это себе на носу. Я хранитель его покоев. А ты знай свое место и свой статус. Хюрем Хатун. Ты еще увидишь, каково мое место и статус, змей Ибрагим.
Хюрем, ты меня ждала? Я ждала тебя, повелитель. Не могла уснуть. Ну, не плачь. У меня сердце сжимается, Хюрем. Не говори, не плачь. Ты завтра уходить, я умереть. Смерти нет, Хюрем. Пока я жив, тебе умирать нельзя. Ясно? Нельзя. Наконец, мои глаза открылись. Сердце полюбило. Если это грех, приди и убей. Я всегда просил у Аллаха достойной смерти. Спасибо Аллаху, что меня убил. Твой взгляд украдкой. Кому ты можешь пожаловаться, что ты любишь? Ведь ты влюблен по доброй воле. Что опять у тебя случилось? Сюклюмага, ты мне не дать еще урок. Обещал я все выучить. Язык у тебя отсохни. Не сюклюм я, а сюмбюль-ага. Запомни, в конце концов. Ты меня огорчил, сюмбюль-ага. Я хотеть, чтобы султан Сулейман вернулся с войны и увидел, что Хюрем так хорошо всему научилась у Сюмбюля. Хорошо. Так и быть, займусь с тобой. Приходи в полдень. А пока не болтайся тут. И хватит со всеми ссориться. Ступай. Понятно. Валиде Султан здесь заправляет всем. Приглянусь ей, буду жива. Нужно родить Шехзаде, принца. Да, да. Сюмбюль-ага, помоги мне написать письмо султану. Хочу написать про свою любовь, но я пишу плохо. Я буду говорить, а ты пиши. Писарь я тебя, что ли? Не Геркалфу проси. Я ухожу, Хюрем Хатун. У меня своих забот полно. Постой, Сюмбюль-ага, я еще столько должна узнать. Хватит, хватит, достаточно. Драгоценнейший султан, моего счастья обитель. Хюрем в гнетущей тоске лицо свое посыпает пылью из-под ног ваших. Повелитель моего блаженства, меня сжигает пламя нашей разлуки. Она вырывает у меня сердце. Мне стало трудно дышать, мой султан. Айше, выйди и не приходи, пока не позову. Мне нужно взять кое-что. А мне что? Иди. Живо, живо. Какая она тупица. А, добавим еще. В сердце моем пламя. Душа сжата тисками. Правильно. Пиши, Нигер-Калфа. А удастся ли его отправить, Хюрем? Нет, не все. Прочитай еще разок.
Хватит, хорошо получилось. Надо заканчивать. Слезы текут, не останавливаются и грозят потопом. Моя разлука с тобой смерти подобна. Пиши, очень хорошо. Айше, я же сказала, прочь из этой комнаты! Хюрем, Хатун, приди в себя. Да, я, Хатун, прошу вас. Валиде Султан тебя в султанский сад зовет. Валиде Султан зовет? Она полюбила меня? Да, полюбила. Восхищается тобой. Нигар Калфа, иди помоги. Не говорил, она понравилась ему. Не просто понравилась, он в полном восторге. Хюрем Хатун, идем со мной. Что такое? В чем я провинилась? Они меня наказали? Иди, иди, не бойся. Дайя Хатун, мы куда идем? Я очень боюсь. Ты ведешь меня в тюрьму? За решетку опять? Рабство отныне для тебя закончилось.
Ты свободна, наконец. Ты едешь во дворец Эдирны невестой. Султан Сулейман в Эдирне меня ждет, да? В Эдирне тебя ждет тот, кого Валиде Султан определила тебе в мужья. Я стану только невестой султана Сулеймана. Буду его женой. Ты оглохла, что ли? Уясни то, что я сказала. Сын визиря Касым-паши будет твоим мужем. К нему ты поедешь в Эдирне. Вбей это в свою глупую голову. Ты отправляешься завтра же в другой дворец. Нет. Нет, прошу вас. Прошу вас. Я отсюда не уеду. Султан Сулейман! Хватит! Султана Сулейман-хана не трогай! Валиде Султан так велела, и ты уедешь. Вот и все. Отправляйся к себе. Слезами ничего не исправишь. Завтра будет новый день. Мне с Валиде Султан нужно поговорить. Попросить о милости. Иди, иди в комнату, быстро. Не вздумай, Хюрем. Счастья тебе, невеста. Не болтай попусту. Это Хюрем дворец, и я не уеду. Я женщина султана. Любимая женщина. Нельзя. Меня трогать нельзя. Сдохни. Дайе Хатун. Уберите прочь эту невоспитанную рабыню. Я не служанка. Я не уеду. Не уеду. Не уеду. Я скорее умру, чем уеду. Никогда. Хюрем тебя услышит. Не кричи. Не уеду. Мне-то без вины за что достается? Ты та еще змея. Тоже с ними была в сговоре. Обо всем знала и не сказала. Хватит кричать. Я не поеду. Шайтан вас забери, не поеду. А! Сюклюмага, я стану служанкой. Твоей рабыней. Спаси только, спаси несчастную Хюрем. Пойми, Хюрем Хатун, я не могу ничем помочь. Валиде Султан никто не смеет перечить, иначе не сносить головы. Сколько я тебе золота дала? Есть у тебя совесть? Укрой меня где-нибудь. Ты что, слов не понимаешь? Прекрати, ты уедешь, как решила Валиде Султан. Сюмбюляга! Сюмбюляга! Подожди, Нигер Калфа, иду. Валиде Султан Хюрем зовет. Пусть спускается. Ну, ступай. У Валиде Султан не веди себя, как бесноватая. Ее слово – закон. Береги свою красивую головку. Ступай туда. Иди! Скорей! Ты позволила себе противиться моему слову. Границ не ведаешь. Тебя этому учили. Я решаю, кому и что следует делать. Я не виновата, госпожа. Молчи. Закрой рот. Ты очень ошибаешься. Ты проявила просто неслыханную дерзость. Но вместо того, чтобы отрубить тебе голову, я отдаю тебя замуж. Не пойду я замуж. Тот мужчина чужой мне. Я теперь мусульманка, госпожа. Помилуйте ради Аллаха. Прикуси язык. Я не позволю поганым устам касаться его имени. Дайе, я не хочу ее видеть. Уведи ее прочь отсюда. И чтобы к вечеру от нее духа не осталось.
Я не поеду, госпожа. Меня нельзя выгнать. Я беременна. Знаешь, что с тобой сделают, если ты лжешь, отлынивая от свадьбы? Я знаю это, госпожа. Это не ложь. Подарю султану Сулейману сыночка. Закрой рот. Да и отведи ее назад. Кто еще об этом знает? Я никому не говорила. Да ты что? Неужели такую новость не открыла никому? Мне сказали нельзя. Сказали, это опасно для ребенка. А вдруг что-то случится? Кто-нибудь умрет? Мы увидим, что случится. Увидите ее. Ее слова могут быть правдой. От нее ждать можно любой хитрости, госпожа. А вдруг это так? Что я скажу Ля-Ла-Паше, его сыну, который готов забрать ее? Какое унижение, позор и стыд. Хюрем! Хюрем! Из комнаты мне выходить нельзя. Что Валиде Султан говорила? Что говорила? Закрыть рот. Невеста будешь, говорила. Не буду, говорю. Я беременна. Ребенка нет. Я все наврала. Они же голову тебе отрубят, когда узнают. Надо бежать. Ты спрячешь меня. Ничего не выйдет. Все выйдет, Мария. Нужно бежать. Калфа, закрывай дверь. Ну как ты, Хюрем Хатун? Хорошо. Отчего у тебя голос дрожит? Такое счастье, впереди у тебя ребенок будет. Никакие злые невзгоды уже не грозят. А если у тебя сынок родится, вай-вай-вай-вай-вай. Боюсь очень. Кого это еще? Махи. Махи Девран. Боюсь, она меня убьет. Если ты лжешь, тогда тебя убьют. Правильно, Нигер Калфа? Не забыла еще историю с греческой рабыней? А-а-а, такую историю разве забудешь? Говорила всем, что беременна, ей дарили драгоценности, золото. Оказалось, подушку подвязала к животу. Как только врач открыл, что она обманщица, ей рассекли живот снизу доверху. И так на камни и кинули с башни дворцовой. Правду скажи. Ты беременна? Никому ни звука. И вот еще Дае. Ля-Ла-Пашу успокоить надо. Скажите, что она останется до завтра. Хюрем! Нужно сказать правду, что нет ребенка. Что ж, нет. Есть любовь. Я люблю Сулеймана.
И Сулеймана нет. Не поеду в Эдирне. Если прикоснется ко мне кто другой, умру. Надо же, ты действительно влюбилась. Бедная. Мария, спрячь меня. Не выдавай им. Спрячь. Пойдем. Я тебя спрячу. Выходи, пойдем. Они идут. Теперь мне уже конец. Не подходить! Я себя резать буду! Не подходить! Хюрем, девочка, опусти. Это что, осколок? Я возьму. Не возьмешь! Уходи! Хюрем Хатун, отдай мне его. Смотри, ты порезалась. Надо рану перевязать. Или кровью истечешь. Отдай. Идем, перевяжем. А вечером тебя осмотрит врач. Нельзя! Не трогать меня! Будет выкидыш! Эй, хватит уже, Хюрем! Мы что, тут играем? Врач тебя посмотрит и точка. Не геркалфа. Не уходи отсюда. Идем, Хюрем, садись. Идем. Смерти нет. Сулейман есть. Вот и все. Вставай. Говорите, доктор. Мы все ждем. Вы не видите? Да что ж вы молчите?
Поздравляю, ты в положении. Тебя. Слышали новость? Айше Хатун вам уже сообщила? Хюрем Султан беременна. Скоро родит сыночка. Ты всем уже рассказала? Тихо! Замолчи, Хюрем. Не нужно больше лгать. Да отсохнет язык у тех, кто говорит неправду, Мария. Хюрем Хатун нет. Зови меня Хюрем Султан. Я Шехзаде ношу. И остаюсь тут. Мой сын родится во дворце. Пусть так и будет, Хюрем. Моли Аллаха, чтобы уберег от зла и дурного глаза. Сюклюмага! Сюклюмага! Зачем зовешь? Что тебе надо? Я голодная. Дай мне поесть. Мне-то что? Тебя что, забыли покормить? Мы с моим сыночком хотим ту птичку, которую еще в плов кладут. Перепелов захотела, Хюрем Хатун. Приди в себя, не то я с цепи сорвусь. Иди я, что другие едят. Сам приди в себя, Сюмбюляга. И цепочку держи. Сынок султана Сулеймана есть очень хочет. Ему что, птичку нельзя? Хюрем, идем. Валиде Султан тебя спрашивает. Быстро. Не стой. Сюмбюляга, помни про птичку. Зачем я нужна, Валиде Султан? Новое наказание готово? Не знаю. Мне велели тебя позвать. Она не пошлет меня в Эдирне, а? Ну, говори. Смирись, не болтай, прояви почтение. Вот и не пошлет никуда. Госпожа, я в чем-то провинилась. Извините меня. В этом дворце беременные живут по правилам. И с сегодняшнего дня тебе тоже надо их соблюдать. Нигер Калфа мне сказала, что надо заучить. Не только заучить, но и применять. Должен родиться здоровый ребенок. Поэтому, пока ты не родишь, будешь жить в отдельной комнате. Не болтайся повсюду, не ругайся, не задирай рабынь. Если с ребенком что-то случится, я тебя уничтожу. Он не тебе принадлежит. Это ребенок великих османов. Постарайся это запомнить. Ступай. Нигер Калфа, шербет и сладости раздай. Пусть все знают, что Хюрем Хатун султану Сулейману готовится сына подарить.